Да, друзья, отчаливая от магазина Fry's, вот вам Анна демонстрирует приобретенный нами удлинитель, так, extension cord, как они его тут называют. Во Fry's есть все, друзья. Не значит, что обязательно дешево. Нет. Нет, но это не самый дорогой магазин, в принципе. И вот было два шнура. Один шнур чисто маковский, вот то, что вы видите. И он стоит $28. И полметра длины шнур. У нас было сомнение, потому что за $60, то есть буквально не намного дороже, был другой шнур, трехметровый, 9 футов там было, трехметровый шнур, какой-то еще компании, там не знаю какой. И я стал думать, какой длины шнур нам вообще нужен. Потому что получается, что, значит, это от коробочки, вот я показал, где-то он, вот, значит, от коробочки, вот от этого мини-рекордера, значит, от мини-рекордера вот этот шнур вот отсюда пойдет в компьютер. Поэтому мне здесь не нужно большого расстояния, на самом деле. Не буду же я эту коробочку с видеокамеры таскать с собой. Поэтому мы остановились на полметровом шнуре. Теперь я начинаю думать, что надо бы нам этот вот шнур, который от камеры к этому HDMI порту, чтобы он подлиннее тогда был, чтобы можно было какой-то маневр с камеры иметь. В общем, поглядим. Наверное, кто-то скажет, что можно было купить дешевле на интернете. Можно, но на интернете мы бы тогда не купили бутылочку сока свежевыжатого 2. Значит, не получили бы удовольствия от сидения в автомобиле. Подождем. Подождем, это особенно ценно. Не было бы возможности поговорить с вами. Ну, не было бы? Не было бы. Не было бы. Вот и... Скукота, в общем. Да, поэтому вот так платишь, понимаешь, там. Но, с другой стороны, шнурок нам нужен. Я вот его сейчас возьму, приду домой. А дома у меня есть уже HDMI, кабелек. Вот. И мы тогда начнем пробовать какие-то трансляции делать, вот такие. Так что, если у кого-то есть идеи, как использовать этот кабель, не в смысле технически, а вот что снять. Что за трансляции это будут? Да. Ну, я хочу сказать такую вещь, что изначальная идея трансляции была такая, что когда у меня будет день рождения очередной, а это будет не после... Через год. Через год. Ну, меньше. Это меньше 11 месяцев осталось. Когда через год будет, это будет мне уже 60 лет. Слышишь, дата круглая. Дожить надо, конечно, но круглая. Поэтому там сейчас уже помещение присматривается, там... и так далее, всякие список приглашенных. Вот. Но идея была такая, чтобы все ребят, которые нас смотрят, чтобы они все могли, во-первых, участвовать, пусть с небольшой задержкой. В 10 минут. Ну, все равно, с одной стороны. С другой стороны, чтобы у нас был экран там в зале, на который можно будет из скайпа выводить прямо на экран. Угу. И люди, которые захотят в скайпе подключиться к нашему празднику, можно сказать, чтобы они могли это сделать. То есть они могли бы ко всему залу обратиться в скайпе. И кроме того, через 10 минут их обращение к залу, значит, увидит весь YouTube. Даже у президента Путина такого не было. Чтобы подключиться в скайпе в день рождения и что-то еще и сказать. Я думаю, что там возможности есть, но они не обязательно хотят их использовать. Так, мы не будем ограничивать возможности этого господина. Вот, но у нас... Плохой я пример привел. Да, не важно. Да, у него там есть кого пригласить, я надеюсь. Значит, хотя все меньше остается, кстати, но это другое. И вот, значит, из заграничных гостей меньше остается. Так вот, у нас заграничных гостей растет количеством. Поэтому есть такой грандиозный план по коммуникационным таким фишкам вот этого мероприятия. Но на самом деле, конечно, я думаю, что до того, как пройдут эти почти 11 месяцев,
мы непременно что-нибудь еще снимем. Какую-нибудь трансляцию. Ну, безусловно. Понимаешь, ну не из классной же комнаты там транслировать. Я даже не знаю, это как-то скучно. Кроме того, оно все равно окажется в виде видео на YouTube, правильно? Это нужно что-то, чем-то объединить людей, чтобы что-то можно было вместе делать, в то же время обсуждать. Ну, нужна обратная связь, понимаешь? Да. Пусть у нас 10-минутная задержка, но есть обратная связь. То есть в нашем случае с днем рождения есть обратная связь в виде того, что люди звонят в студию. Правильно? Откуда мы с задержкой, может быть, но транслируем на YouTube. Мне не совсем понятно, откуда задержка в 10 минут аж. Я технически не знаю, но... То есть, получается, по факту, человек по скайпу позвонит, да, будет с вами разговаривать, вас поздравлять. Ну, мы же в скайпе с ним будем разговаривать. А вы только через 10... Подожди, не поняла. Когда он звонит видео? В скайпе, значит, ему скажет, там, это Вася, там, из Челябинска, вот, хочет нас поздравить. Да? Значит, Вася из Челябинска говорит что-то, там, ему в скайпе говорят, говорите, там, туда-сюда, он слышит. Мы его слышим. Мы его слышим в зале. Я надеюсь, что ты тоже подойдешь. Меня еще никто не пригласил. Я уже сама. Ну, ты как сотрудник уже, как же. Вот, значит, теперь... соответственно, мы с ним там разговариваем. То есть он, находясь в скайпе... А на экране в это время мы его видим. На экране мы его видим в скайпе. То есть экран скайпа выведен на большой экран. Так. Соответственно, через 10 минут люди, которые смотрят лайв-трансляцию с задержкой... Представьте, что это идет не отсюда, а, допустим, с Венеры. Мне кажется, это... Или с Марса. Михаил, как творческий человек, решил придумать себе новую... Хохмочку. Да, не чтобы видео снять, потом выложить, и все посмотрели. Но ты пойми правильно, на видео никто не может позвонить в студию. Так они и так не могут, получается. Они позвонят и будут с нами разговаривать через скайп. Вот эта вся коробочка и шнур за $30. Ну, послушай. Люди через 10 минут увидят, как мы в скайпе с ним так разговаривали интерактивно. Можно ж видео отснять, выложить в YouTube, и они через полчаса увидят. Какая разница? Я просто, может, не совсем концепцию понимаю. Я не критикую, я просто рассуждаю. Ну, пойми, вот есть эффект присутствия. Ты можешь real-time где-то присутствовать. Так. Когда ты в скайпе, ты уже такой real. Тайм, что уже больше рил некуда. Но когда ты с небольшой задержкой, ну в YouTube есть механизм вот этой вот трансляции. Понимаешь? Поэтому что я могу тебе сказать? Значит, им надо этот файл получить, какой-то буфер уложить. Понимаешь, когда люди смотрят это со скайпа, скайпу нужно, чтобы вот какая-то длина была. Понимаешь, они не могут по мере поступления, они не могут зависеть от канала нашего. Соответственно, они создают буфер, буфер накачалось. Когда там есть там 10 минут в этом буфере, да, они начинают людям показывать, имея в виду, что оно пополняется в буфер. Вот, я так понимаю эту технологию, поэтому... Хочется посмотреть, как это на деле. Ну вот мы посмотрим. Я и говорю, у кого есть какие-то мысли, какое событие, мероприятие снять, давайте. У нас будет еще одно событие, но это оно как бы такое более, как сказать, личное такое. То есть у нас будет, через несколько месяцев у нас будет 40-летие нашей свадьбы со Светой. Такое более локальное событие, более семейное такое, оно не связано с нашим там производством, там сотрудниками, выпускниками и так далее. Поэтому я не думаю, что мы что-то собираемся транслировать или вообще что-то такое снимать, чтобы кому-то показывать. Поэтому это не такого плана мероприятия. Ну, в общем, я тебе скажу так, если шнурок есть, дальше мысль уже начинает работать. Потом это же не только шнурок, сначала коробочка, потом шнурок, потом еще один шнурок, который уже был. Который теперь надо подлиннее. Мини-HDMI на HDMI. На коробочку. Да? Соответственно, у нас все готово. Может быть, мы какой-то софтвер приобретем, потому что, может быть, мы захотим с двух камер это делать, я же не знаю. Ну, попробуем с одной. Я знаю. Ну, что я могу сказать? Может быть, вообще мы не будем, нам не понравится, и мы скажем, зачем купили, не знаю. Я уже зачем купили? Когда я купил камеру GoPro. Ну, меня слушать нельзя, я вообще человек очень критичный. GoPro. Да. Купил камеру, мне говорили.
поиграетесь, побалуетесь и не будете пользоваться. А я сейчас на нее снимаю больше, чем на какую-нибудь другую. У меня камер штук 5 или 6. Mm-hmm. Разную цену. Там от, ну я не знаю, от $300 там до 1000. И я на эту в основном снимаю. Понимаешь? Понимаю. Так. Вообще, как вот ты считаешь, нам надо приглашать молодых симпатичных девчонок на канал? Просто, чтобы мололи что угодно, лишь бы симпатичные. Я думаю, да, надо. Вот, а вот, товарищи, нам и скажите, как вы относитесь, когда Михаил приглашает молодых? А вот же приходили, вы говорите, критикуют. Критикуют. Они за потому что? Они вони українську мову розмовляют. Да. Тогда это не относится к молодым и к девчонкам. Значит, можно звать. Так. Ну, я не знаю, тут где-то мастерская была по замене батареек в часах. Дальше. Вон дальше. Где часы вон там. Сейчас пойдем батарейку в часах поменяем. Хотя я не ношу часов. Вы можете сказать, зачем тебе батарейку менять? Потому что неправильно это иметь часы без батарейки, вот я так скажу. О, называется мистер Клокс. Это же надо так. Все люди работают, а мы черти чем занимаемся. Так, сейчас пойдем. Я знаю эту мастерскую, я там однажды менял часовой механизм в часах, которые купил на гараж-сейле там 60-х годов. Вот. Очень экзотические совершенно часы, потрясающие. А, кстати, интересный магазин. Я бы предложила вам снять трансляцию.